Всем самое доброе утро, мои хорошие. А у меня, как видите, огни мигают, огни мерцают. Праздник в доме. Хочу вам показать. Готовлю завтрак. Боня с Робертом, вернее, Роберт с Бонечкой пошли погулять на улицу. У нас сейчас 10 утра. Готовлю быстро завтрак. Значит, у меня есть тесто слоеное. Уже вот такими вот порционными кусочками. И помните, я привезла из Вильнюса, из Литвы, колбаску вареную. Я ее в заморозку положила. Такими вот она пластиночками. В общем, все быстренько достала, разморозила. Боже, сколько воды в ней. Какая бухмылая. Вот такими я вот позаворачивала. Как они, рулетики, что ли, не знаю. Вот так вот красивенько. Раз. Ну, два. Одной рукой, ну вы поняли. И все, выкладываю сюда. Такие вот получились типа а-ля канелончики. В каждом колбаска завернута. Ну и сейчас 200 на 200, вот сейчас уже она нагрелась. Я это все ставлю в духовочку. Покажу, что получилось. Вот такие вот получились слоечки, смотрите, красоте. Ой. Ну, одной рукой. Вот так. Все, пусть остывают. Красавчики, а ну-ка. Да, видите, снизу, ой, румяненькие. Вот так вот. Honey, what do you like to drink? А? Какая красота. Минимум затрат по времени. Слушай, разморозил, завернул. И уже завтрак для муженечечка готов. А я в мандры. Ребятушки, всем прекрасного дня, замечательнейшего настроения. Как всегда, с любовью ваша.